привет! Ты тоже тут? Класс! Тогда добро пожаловать на мой новый канал. Я пока еще не придумала приветствие, но думаю, тут будет что-то типа «Привет, YouTube!» Это Лера Телур. Мне кажется, я где-то такое слышала. Возможно, у каждого второго блогера. Но, ладно, я придумаю что-то свое. Пока пусть будет такое приветствие. Я решила сегодня сделать разговор на видео мукбанг. У меня тут водичка со стаканчика Pimm's, да? Я стырила его, потому что... Подождите, у меня тут микрофон стоит. Кайф, да? Кайф, да? И я купила в Мираторге... Да, хочу, чтобы все знали, я хожу в Мираторг. Свежую клубнику. Пахнет она просто божественно. Муд, когда ты на даче, вся обгоревшая, собираешь клубнику с грядок в 40-градусную жару. Мне кажется, это просто прекрасно. А сегодня буду это все дело кушать, пить. У нас такой ПП-мукбанг, назовем это так. И я хочу поговорить на тему блогерства. Очень хочу рассказать... А клубника мытая, нет? Наверное, стоит ее помыть. Сейчас, секундочку, одну. Короче, я хочу поговорить на тему блогерства. Стоит ли вообще становиться блогерами в 2022 году? Если стоит, то что вообще, как собраться-то, как стать блогерами? Ребят, хочется, блин, да, а вот что-то все никак. Я на правах человека, который стал блогером, да, и ест свежую клубнику из Мираторга, могу рассказать вам, как стать блогером. Кстати, реально вкусная. Фу, я сейчас такой мерзкой, мне кажется, была, да? На самом деле, я не такая. В общем, сейчас вам все расскажу, разложу по полочкам, что ждет в этом болоте людей. Короче, все, погнали. И, наверное, первый вопрос, который задаете вы себе, а есть ли смысл сейчас становиться блогером? Да? Какой смысл уже? 2022 год. Почему-то у всех вот складывается такое ошибочное представление, что блогеры были классными только в 2013 году, во времена бурного расцвета Кати Клэп. Так вот, это вообще не так, ну типа это прям совсем не так, потому что блогеры актуальны каждый год, просто есть разные блогеры, огромное количество ниш, да, всевозможных блогерских, которые можно занять. И бред очень так же думать, что ты не найдешь свою аудиторию, потому что твоя аудитория всегда тебя найдет, что бы ты ни снимала. А есть ли смысл именно сейчас становиться блогером? Ведь сейчас поздно. Да, смысл есть. И блогером становиться никогда не поздно. Как я уже сказала, аудитория всегда тебя найдет, что бы ты там ни снимала, что бы ты ни придумывала, и не нужно вгонять себя в депрессию такими мыслями, что все, я сейчас просто начну снимать, это никому не будет интересно, я просто обосрусь. Нет, ты не обосрешься. Ты обосрешься, если ты потеряешь этот шанс. Я сама, честно, я сама думала 2 года назад о том, что сейчас, в 2019 году, супер поздно начинать становиться блогером. Кому я нахрен сдалась в 2019 году? Там-то уже рынок просто переполнен блогерами, и я сейчас чисто зайду сюда, и чё? И кто меня будет смотреть? И кому я нужна? Меня никто не будет смотреть. Так вот, я ошибалась, потому что за 1,5 года я набрала миллион. Я набрала просто миллион подписчиков в ТикТоке, я в шоке до сих пор. Я собрала практически 40 тысяч в той соцсети, которую сейчас нельзя произносить, да, название которой... Оно, вы поняли. Сейчас я свет поправлю, подождите, мне не нравится. Вот. И, короче, это все очень такая история, это синдром самозванца. Это по факту, это он и есть. То есть ты думаешь, что ты никому нахрен не будешь нужна, что уже поздно. Так вот, в 2019 году было не поздно заходить. Точно так же и сейчас. Если ты сейчас войдешь в блогерство, то, поверь, спустя год... Ты будешь думать, господи, как хорошо, что я вошла в блогерство в 22-м году, а не в 23-м, а не в 24-м. То есть не поздно никогда. Самое главное просто начать это делать. И мне кажется, вот я уверена, что даже в 16-м году люди уходили на YouTube и говорили, блин, наверное, уже поздно, типа тут же есть уже Рома Желудь, кому я нахрен сдался со своим каналом на YouTube. Однако, поэтому... Никогда не поздно, и не слушай никого. Если даже одна какая-то подруга, один человек тебе скажет, что сейчас поздно, тебя никто не будет смотреть, просто шли нахер этого человека, вот серьезно. Мы переходим ко второму пункту, сбивать болт на мнение окружающих. С этим просто придется смириться, с этим придется жить. Потому что
все, кому не лень, будут тебе говорить о том, что, во-первых, уже поздно, во-вторых, рынок блогеров переполнен. Ну, мы как бы уже знаем, да, что он не переполнен и что никогда не поздно, что ты как творческая единица просто обязана производить контент, и ты будешь суперинтересна всем. Но 100% в твоем окружении найдутся люди, которые будут такое говорить. Так вот, у меня тоже такие люди были, что я сделала, я просто перестала с ними общаться. Стало ли мне от этого хуже? Блять, нет, мне стало от этого просто охерительно. Поэтому, если вдруг ты слышишь такое в свою сторону, что вот, там тыры-пыры, ты никому не будешь нужна, просто говоришь ему: Заюш, до свидания. До свидания. Если ты не разделяешь мои интересы, зачем мне такой друг? Зачем мне такой человек в окружении, правильно? Возможно, это как-то сурово, но типа, блин, как бы ты и идешь работать, и связываешь свою жизнь с той сферой, в которой будет много каких подстав, много чего несправедливого, поэтому нужно просто к этому быть готовой. А если ты понимаешь, что тебя критикуют уже в пух и прах, не по факту, это не какая-то конструктивная критика, тебе просто говорят: фу, тебя никто не будет смотреть, у тебя неинтересные видео, там все дела. Ты говоришь просто «до свидания», просто «до свидания» и снимаешь дальше. Почему я так делаю головой, и у меня камера трясется? Можно узнать? Интересненько. Трезво оценивать мнение окружающих супер важно уже на первоначальном этапе, потому что конкретно я столкнулась с тем, что моя близкая на тот момент подруга, как только я сказала, что я хочу уйти в блогерство, обосрала с ног до головы блогеров и сказала, что «это самое худшее, что можно придумать». Опуститься до такого и стать тиктокером. Тебе не стрёмно? Я такая, типа, а почему мне должно быть стрёмно? И мне сказали, что, типа, блогеры — это отбросы общества. Я такая, что? И после этого мы перестали общаться. С моей подачи, естественно. Или, может, она не захотела дружить с отбросом общества, честно, насрать. Так вот, уже на первоначальном этапе прислушайся и присмотрись, мы перешли на «ты», предлагаю за это выпить. Короче, присматривайся, прислушивайся к тому, что тебе говорят, что о тебе говорят твои друзья. Вот если ты вот что-то вот это услышишь неприятное в свою сторону, goodbye. Потому что потом, помимо хейта в твою сторону, да, ты будешь еще слышать от своих друзей вот эти вот тебе будут прилетать приветики. То есть тебя с одной стороны будет долбить вот эта вся история, и с другой стороны. Вот просто как ты думаешь, каково тебе будет? Это жестко, это очень жестко. Поэтому сразу отсеивай вот эти вот все низкие вибрации негативные, типа сразу до свидания. Что тебе понадобится на первоначальных этапах? Ну, по крайней мере, что понадобилось мне. Хочешь, не хочешь, но какое-то хотя бы минимальное оборудование. Камера, окей. Либо телефон просто с хорошей камерой, либо обычная камера. Свет. На самом деле свет даже чуть важнее, чем камера, потому что от хорошего света зависит хорошая картинка, ну и типа тут все понятно, логично, я думаю. Поэтому хотя бы какой-то минимальный бюджет 100% себе выдели. Даже если ты хочешь снимать в ТикТок, например, тебе так и так понадобится кольцевая лампа. Поэтому не стоит как бы забивать на оборудование, оно принесет тебе потом свои дальнейшие плоды. Блин, такая странная клубника. Она умела переключать тему на тему. Продвигать свой личный бренд. Типа прям двигать себя жестко. Потому что, ну, просто представь, вот ты заходишь на рынок блогерства, ты по факту понимаешь, что тебя пока никто не знает. Ну, вообще никто. Пока что ты тут никому не нужна. Просто надо с этим смириться и начать продвигать свой личный бренд. Ты должна быть супер не похожей на остальных, ты должна быть супер актуальной, ты должна быть супер непосредственной, ты должна отличаться. Как уже, с помощью чего ты будешь это делать, это уже, ну, как бы твои, да, твои мысли, твое творчество, твое позиционирование себя, то есть тут уже как бы сложно чем-то помочь и что-то подсказать, но я знаю, что, типа, реально, вот по факту, каждый из нас охерительная, у каждой своя внешность, у каждой своя манера речи, своя мимика, жесты, там, тембр голоса, свои какие-то прикольчики, фразочки, нужно это все использовать, то есть не нужно бояться своих недостатков. Вообще, вот на самом деле, блогерство — это максимальная проработка, мне кажется, себя, всех своих минусов, потому что ты с ними сталкиваешься вот в лоб. Я не могла 20 лет, грубо говоря, принять там свой нос,
И в блогерстве я за год его приняла, пожалуйста. И я как бы, это не единичный случай, то есть реально много других тоже девочек, мальчиков. Почему камера крутится вместе со мной? Так вот, много... Что такое? Много девочек, мальчиков, которые вот так вот тоже принимали себя, и это очень круто. Я сейчас сижу такая, болтаю про это, ем клубнику, а на самом деле ты проделываешь за год колоссальную работу над собой, над своим окружением, над своим мышлением. Ты улучшаешь свои навыки, работы в кадре, работы за кадром, продюсирование. Господи, это просто все воедино, и это очень круто. Реально, это еще кайф. Вот тут блокнотик написан, тут написаны темы, о которых я хочу еще поговорить. Я такая, знаете, очень заебистая. Не нужно еще бояться делиться своей жизнью. Я часто с кем-то, когда говорю, мне говорят, типа, слушай, а вот как вот, ну, ты боялась там рассказывать о себе, вести какой-то лайф? Я такая, ну да. Первое время мне было очень стрёмно. Я была уверена, что надо мной просто ржут. Ну, то есть, да, я думала, что надо мной все ржут, меня считают все дурочкой с переулочка какой-то местной, что я занимаюсь какой-то хернёй. А потом эти люди, которые надо мной ржали, просили у меня рекламу. То есть, как бы, знаете, это все дело времени, это дело, не знаю, какой-то зависти, и вот сюда же, мне кажется, можно отнести вот эти вот выкрики, там, типа, блогеры на завод, и как только там что-то посыпались какие-то соцсети, сразу просто пошел как какой-то, не знаю, шквал негатива и желчи в сторону блогеров. И у меня такой вот огромный вопрос, а что конкретно вот вам сделали блогеры? Они как-то оскорбляли вас, если у вас что-то будет плохое в жизни, или там какой-то грустный период, они будут над вами насмехаться? Я не поняла вообще вот эти вот, да, темы, что, ну все, теперь блогеры пойдут на нормальную работу. Простите, а то, что, типа, у нас ненормированный график работы, мы работаем каждый день, мы производим контент каждый день, это тоже не считается. Прикольно. Но я до сих пор не понимаю, что стоит за вот этими вот злыми какими-то комментариями. Это зависть? У меня два варианта, да, это либо зависть, либо свои какие-то нереализованные цели, да, которые вот в такой вот едкой, очень гадкой форме выливаются. Прикол в том, что если человек реально творческий, если он хороший креатор, неважно, блогер он там, музыкант, артист, киноактер, художник, иллюстратор, неважно, он все равно найдет свою нишу. Даже когда какие-то платформы, соцсети прикроют, будут альтернативы, будут другие варианты. Значит, он будет развиваться в немного другом направлении. То есть творческий человек однажды уже нашел себя. Он однажды уже понял, как себя продвигать. Вы типа думаете, что? Он такой, а, ну все, теперь сдаюсь, теперь точно иду на завод. Ну типа нет, так не работает, зачем сдаваться? А зачем отказываться от своей цели? Нужно просто, значит, менять план подхода к своей цели, и все. Но не отказываться от самой цели. Нужно вернуться ко второму пункту, когда я говорила о том, что нужно забивать болт на мнение окружающих. Вот это вот как раз та самая история. Никогда не нужно воспринимать это на свой счет, потому что, я скажу больше, мне типа даже друзья писали, скидывали эти мемчики там с заводами и так далее. Я просто не понимаю, их это типа настолько зацепило, или потому что они сидят, пердят на диванах целыми днями, ничего не делают. И они думают, что я так буду тоже. Я буду работать дальше. Вот, поэтому я вас тоже мотивирую не сидеть на диванах, работать. Еще важный такой момент, что сейчас куча брендов, куча менеджеров. То есть в блогерстве есть очень классная подстраховка в плане финансов. Когда все это начиналось, я уверена, что не было практически рекламодателей. Опять же, там, если взять какие-нибудь, не знаю, там, 13-й год, 14-й год. Сейчас рекламодателей просто куча. Миллион. Поэтому монетизация в блоге все равно получится рано или поздно. Тут уже главное, как вот ты проработаешь все вот эти вот истории в плане позиционирования себя, умение отделить конструктивную критику от какой-то вот этой вот злости и ненависти, да, какой-то личности, вот этот перенос на личности, это вообще трэш какой-то. Я надеюсь, что все то, что я сказала, никого не отпугнет от блогерства, потому что, опять же, вот, несмотря на все, что вот это вот вышесказанное, да, вышеупомянутое, хейт, негатив, переработки,
ненависть какая-то, прокачка личного бренда, куча работы. Вот блогерство для многих — это хобби. Хобби, которое люди смогли монетизировать и превратить в свою работу. Поэтому тут важно понять одно. Вот мне кажется, важно задать самой себе вопрос. Что для меня блогерство? Что это такое? Если для меня это что-то, какой-то непонятный такой фрукт, лучше его изучить побольше, да, посмотреть побольше каналов, поразмышлять, как ты себя можешь в этом проявить, и потом уже проявлять. Но нужно понимать, что средства с блогерства, они придут не сразу. То есть, опять же, у кого-то там, ну, монетизация может занять условно, там, ну, не знаю, пару месяцев, у кого-то это может быть год. Все по-разному, все зависит от тебя, все мы уникальны, индивидуальны, поэтому никто не знает, как и чем ты выстрелишь в блогерстве. Поэтому прямо уж так думать, что я никогда не монетизируюсь, нет, это бред, монетизируешься в любом случае, вообще типа не переживай. Я, например, я не замечаю переработок, да, у меня там бывают выгорания, ну типа они у всех бывают, камон, на обычной работе бывают точно такие же выгорания, даже похуже. На обычной работе еще там и типа начальник по башке стучит. А тут ты можешь сама себе устроить выходной. Ты предоставлена сама себе, ты сама себе цензор. Это и хорошо, это и плохо, но опять же, если это твое хобби, это такой кайф, это реально кайф. Какая-то есть очень классная фраза, там, что типа преврати хобби в свою работу, и ты не будешь работать ни дня. Вот оно так и есть. Вот я уже 2 года практически ни дня не работаю, хотя при этом я произвожу кучу контента, у меня 1 000 000 подписчиков, и типа меня узнают на улицах, и короче, это очень круто. Я сейчас не хвастаюсь, я не считаю себя какой-то там супер-мега-звездой, нет. Я себя считаю обычным человеком, точно такой же, как и ты, который сейчас смотришь на меня, да? Но я превратила свое хобби в свою работу. И я знаю, что если у меня даже что-то пойдет в этом хобби не так, я буду думать, как мне двигаться дальше к своим целям. То есть я от своей мечты не отказываюсь. Я призываю тебя тоже не сдаваться и просто вот херачить до победного, реально. Не слушать никого вокруг, просто херачить и херачить. Теперь объясни мне, пожалуйста, вот в какой момент этого видео обычный мукбанг превратился в какую-то супермотивашку. Я не поняла, у меня такое случается иногда, просто привет. В 22-м году можно и нужно заходить в блогерство. Есть ТикТок, в который можно публиковать на страны СНГ, абсолютно прекрасно. Там твой контент, ты можешь его титровать на английском языке, выходить вообще сразу на международную аудиторию. Бренды будут приходить оттуда. Есть YouTube, пожалуйста, снимай. Просто действуй. Просто нужно действовать, смотреть по ситуации, конечно. Как там говорится, держать руку на пульсе, да. То есть понимать, что к чему, куда стоит тратить свои силы, а куда нет. А еще, мне кажется, очень важно вот именно себя окружить творческими людьми, которые будут разделять твои интересы. Это супер мотивирует. Я, кстати, никогда не проводила никаких мастер-майндов, но я знаю, что есть такие мастер-майнды, на которых, типа, девчонки просто собираются там в кафешке на завтрак и обсуждают какие-то вопросы, делятся своим мнением по поводу какой-то ситуации, и как-то так сплачиваются все вместе и вместе придумывают крутые штуки. Вот это очень классная тема, поэтому я прям рада, что мое окружение так резко поменялось. У меня стало в окружении много блогеров, контент которых мне просто безумно нравится. И я могу, если у меня какой-то там вопрос, что-то еще, ты можешь встретиться с этим человеком, обсудить, послушать его точку зрения, его мнение. Блогерское комьюнити — это очень крутое комьюнити, потому что ты просто понимаешь, что рядом с тобой человек, который прошел такой же путь, как и ты, да, который проходил через все эти боли, унижения и пришел к тому, что сейчас он имеет, а имеет он там ого-го сколько. Это очень круто. Это очень мотивирует. Вот. Поэтому если интересно, откуда блогеры берут мотивацию, мне кажется, 50% — это другие блогеры. То есть смотришь на них и думаешь, вау, круто, надо так же. Поэтому вот так вот. У меня тут еще лежат печеньки. Рука к ним тянется, ладно, не буду. Я съела всю упаковку клубники, поэтому думаю, что нужно заканчивать этот ролик. Большое спасибо, что посмотрела его до конца. Я надеюсь, что я тут немножечко разложила в таком лайв-формате свои мысли. То есть я давно реально хотела записать это видео, поболтать, там почирикать на тему блогерства, тыры-пыры. Если что-то еще интересно, а если недостаточно ты замотивирована,
пиши в комментарии, все прочитаю, на все поотвечаю. Я уже вроде сказала, да, что это мой новый канал. Я решила положить тот свой старый, потому что он уже не продвигался, все дела. Поэтому вот, по факту, я начинаю сама на Ютубе в 2022 году с нового листа, с чистого, с белого. Все, заканчиваю этот видосик. Большое спасибо, что ты досмотрела его до конца. Буду ждать там пальчики вверх, комментарии, подпис, очки. Все, люблю, обнимаю. Знаю, какой ролик будет следующим, поэтому до новых встреч на моем... А мне так нравится этот микрофон. До новых встреч на моем YouTube-канале.